Партия Марин Ле Пен сменила название. Французская партия «Национальный фронт» с 1 июня 2018 года официально становится национальным объединением. Правая французская партия «Национальный фронт» официально сменила название на «Национальное объединение» – «Rassemblement National», при поддержке абсолютного большинства ее членов. Об этом сообщила лидер организации Марин Ле Пен, передает РИА Новости. Отмечается, что с идеей переименования Ле Пен выступила в начале марта, а в мае среди членов партии проходило голосование о поддержке смены названия. Из 53% однопартийцев Ле Пен, которые приняли участие в голосовании, переименование поддержали 80-81%. Основатель партии Жан-Мари Ле Пен, которого ранее из нее исключили, назвал смену названия структуры предательством. Жан-Мари Ле Пен лишен поста почетного председателя Национального фронта. Национальный фронт – французская партия, основанная в 1972 году и выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. Как сообщал корреспондент Нет, партия Марин Ле Пен потерпела фиаско на недавних парламентских выборах во Франции. Национальный фронт получил только 8 мест в законодательном органе страны. Новости от корреспондент Нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Team Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.